Так, вот это очень важное письмо. Почему? Дело в том, что почему много друзей, много врагов? Их всегда будет пополам. Это дуализм называется в философии. Никогда не будет, что все скажут, ой, здорово. Так природа устроила. Так вот, читаем подробно. Вот это вот из интернета мне прислал Троценко, он находит такие вещи. И вот некий. Вот любят они это самое, придуриваться. Нет бы нормально, Иван Петрович или Петр Иванович. Веруся, сложно согласиться, что нельзя обрезать яблони. В том году я приобрел участок земли с запущенным садом. Там все было по железу. Никаких обрезок за последние 10 лет. Не, наверное. Этот садовый хаос напомнил мне дикую природу. И даже дальше внимательно читаем, потому что я могу просто сказать, извините, кто вам сказал, что Железов запрещает обрезать, омолаживать деревья? Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что здесь такие приколы. Сразу-то, чуть не сказал, без бутылки. Смотрите. И даже у яблони, когда ветки наклоняются к земле, они препятствуют зайцам объеданию коры. То есть они поедают мелкие веточки. Ну, то есть облазяются мелкими, то есть уже он перешел, видимо, на молодые деревья, потому что старые деревья не грызут зайцев. И для дерева безопасно, и зайкам хорошо. Тут было много то же самое, но намного круче. До сих пор жалею, что не сделал фотки этих деревьев перед обрезкой. Был бы шедевр какого-нибудь артхауса. Внимание! Я впервые в жизни увидел, что прирост веток за год может составлять около 6 метров у яблонь. Ну, понятно, что я не говорю, что мы с психом связались. Вот. Ну, назовем это недоразумение. И они могут расти, как лианы. Самое интересное, где ветки наклонялись к земле, в этих местах они укоренялись. Вот, ну, за всю жизнь я ни одного такого случая не знаю. Но я видел это у этих самых, у диких уссурийских груш было так. Их никто за ними не ухаживал. Огромные деревья, фотографии не догадался. Я сейчас только вспомнил про груши. И вот у них мощные ветки, вот так раз, и легли на землю. И в этом месте, где земля, а вот в этом месте вот ветка раз упирается в землю. Шли побеги, корневые отводки давали. Только не от корней, а от зеленых побегов давали отводки. То есть, вроде правильно, но кое-что смущает. Давайте дальше. То есть, шестиметровые ветки наклонялись, укоренялись, росли, оттуда уже 3 метра. Вот. Хотя материнское дерево было молодое. То есть, получается, за год. Мало того, что 6 метров за год сюда, потом 3 метра туда. Я думаю, вот это да. Я с каждого обрезал около 70% крона, только после этого стало похоже на дерево, которое на следующий год заплодоносит. И мне так хочется, вот, Павел, если вы как-то сможете, где-то же вы нашли это. Вот я прям такой, я заплатить готов за это фото. Увидеть, что же это за яблоня такая, которая 6 метров. Это 6 метров, это высота двухэтажного дома. Такой прирост, да? Мне незнакомо. Вот. Что потом они упираются в землю и дают побеги на яблони, тоже незнакомо. Теоретически возможно, но на практике. Вот. Возможно, это не яблоня. Так? Вот. А почему такое получается? Вот. Если по железу, никаких обрезок, наверное, неверно. Вот. И он вспомнил дикую природу. Он берет участок земли, запущенный сад. Конечно, его надо приводить в порядок. Конечно, приходится брать с секатора. А железо-то при чем? Это как раз и есть по железу. Омолаживающая обрезка. А когда вырезает, берется, как сказать, вот целая статья, когда резать, не резать, выбирается один этот. Вот, что обрезать не надо. Выбирается один этот и пошел гулять по интернету. Видишь, что получается? А кто-то так и подумал. Вот он купил сад, а часто сейчас берут участки большие, а там заброшенные сады. Первым делом нужно привести в порядок. То есть, ну, обрезать не так, как вот эти. Они, вот эти товарищи, которые, вот, те же тимирязевки, да? Им чем старее деревья, тем лучше. Они могут взять за это дерево 5000 рублей, за это 6, лазят по этому дереву, то есть ставят стремянку, становятся на ветки, которые, кстати, хрупкие могут и это ни разу не видел монтажных поясов на фотографии. Это говорю я, бывший специалист по промышленной безопасности, ни разу не видел поясов, лазит как угодно, зарабатывают хорошие деньги.
чем больше веток отрежешь, но чтобы ветки отрезать, их надо уже быть много. Чтобы много заработать, нужно. То есть они режут, 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 вот так. Ну, примерно как парикмахер ваши волосы. Вот. А нормально по железу попал такой сад, где вот такие шестиметровые. Может, он преувеличился за год, может, за 5 лет шестиметровые вот так. Тогда просто берется и отрезается вот так, вот так, вот так. Оставляются вот такие огрызки. А там или пусть помирает, время прошло, старый сад. Или возродится. Я же показывал того эти ранетки, да, как раз такого обрезанного, напрочь. Вот. А так взял, и вот уже железо плохое. Потому что если по железу, то дикая природа.